Всем привет! В этом видео поговорим о моей книге «Пишем жанровое кино вместе», о книге, которая посвящена кинодраматургии, о книге, которая поможет продюсеру, сценаристу и режиссеру сделать свое кино лучше. Как, зачем, почему я ее написал и кому ее стоит читать, а кому нет. Поехали! Вообще, о кинодраматургии есть несколько очень хороших книг. Если вы совсем начинающий, то я бы вам рекомендовал даже начать не с моей книги, а с книги «История на миллион» Роберта Маки. Несмотря на свое провокативное название, она очень хорошо подходит как первая книга для ознакомления с тем, что вообще сценарное ремесло можно как-то структурировать, что сюжеты должны быть изложены в определенном последовательности, в определенном порядке. Есть также отличная книга у Александра Митты «Кино между адом и раем». Там тоже замечательно расписано про то, что вы должны раскачивать по эмоциям, много других нюансов. И вместе с тем, прочитав эти книги и еще целую плеяду книг по кинодраматургии, я увидел, что есть значительные пробелы, значительные бреши в знаниях, которые, мне показалось, стоит заполнить собственными наблюдениями и собственными исследованиями. И вместе с тем, в переведенных изданиях не хватает описание жанрового деления. Вообще, жанровое деление, если вы зайдете на Википедию, оно на сегодняшний день является катастрофой. Каждому отдельному фильму присваивается свой жанр. И разъяснения такие, что типа все это очень сложно, это смешение жанров, это переплетение жанров. Естественно, мы можем так относиться, что каждая птица уникальна. Но при этом систематизация позволяет нам распознать многие вещи и более четко понимать, с чем мы имеем дело. Пример, который я все время привожу, в средние века в биологии деление животного мира было по сферам их обитания. То есть был водный мир, воздушный мир и наземный мир. Таким образом, дельфины становились родственниками водомерок и рыб, а комары – родственниками птиц. И относились, и деление было таким. Это естественный поток, естественное неизбежное движение любой теории. Мы идем от простого к сложному. И это совершенно не означает, что ученые в средние века были глупыми или недальновидными. Просто они сделали все, что могли на данный момент. Наша задача — пойти дальше. То же самое будет происходить и в киноискусстве. Самой большой ценностью этой книги является то, что каждый из жанров разобран на элементарные составляющие, на элементы, без которых он просто не срабатывает. На элементы, которые делают его сильнее, объемнее и жанровое соответствие больше. Если вы слышали после питчинга, что у вас неполное жанровое соответствие, то чаще всего наверняка сталкивались с проблемой, что человек, который это сказал, и все питчинговые присутствующие люди, никто толком не может объяснить, что это значит. Вот в этой книге я приложил максимум усилий, чтобы объяснить, что это значит, что такое жанровое соответствие. И также вы узнаете из этой книги, почему способ съемки, подбор камеры, подъем, подбор цветокоррекции и даже сеттинг, который мир, в которого вы погружаете героя, еще не создает жанр. Почему жанр создает только мотивация персонажа и проблемы, с которыми он сталкивается. Вот эта книга – один из кирпичиков, который дополняет наши знания о том, как устроены жанры. В чем ее польза? Это же не просто исследование, чтобы что-то дополнить. Польза в том, что я систематизировал самые популярные жанры, то есть не артхаус, не анализ культового кино, которое мы относим к культовому, потому что оно не для всех, а именно массового кино, жанрового кино. Я выбрал самые популярные жанры, исходя из логики, что мотивация человека может быть только одного из четырех типов. Об этом подробно в моем курсе про кинодраматургию. Сейчас об этом останавливаться не будем. Мы говорим про жанровое кино. Кстати, в этой книге об этом тоже есть, про жанры кино, целая глава. Я с этого начинаю, первые 50 страниц именно этому посвящены. И также я разбираю такие жанры, как драма, то есть спортивная драма, драма, где герой проигрывает, либо драма, где герой побеждает, драма, где персонаж чего-то очень сильно хочет. Самый яркий пример – это спортивные драмы, потому что там очень осязаемо то, чего он хочет. И вот добивается, не добивается. Также я разобрал такие жанры, как хорроры, романтические комедии, романтические фильмы в целом, боевики. Отдельно посвятил главу комедиям. Почему комедия не является историей, а является способом рассказывания истории. Почему комедию можно построить на основе сюжета хоррора, на основе драмы, на основе романтического фильма. На основе боевика можно сделать комедию-боевик. Почему это так работает? Почему комедия смешивается со всеми этими способами рассказывания историй? И в этой книге я отталкиваюсь именно от того, что различные жанры, то, что мы относим к различным жанрам, то есть то, что мы называем боевиком или хоррором, или триллером, это все происходит именно из того, к чему стремится персонаж.
про что эта история. То есть, когда нам рассказывают структуру истории, когда мы раскладываем ее на составные части, то мы вдруг видим, что это будет определенный жанр. И это очень важный момент, потому что жанр чаще всего воспринимается нами именно как флёр, как вот эти еле заметные нюансы освещенности, выбора тона, то есть способы рассказывания истории. А жанр, на самом деле, проистекает именно из самой истории, из ее структуры. Как устроена эта книга? Каждому из жанров отведена глава. Также рассказываю, как выбрать жанр вашей истории. И подробно рассказываю, как написать заявку. Это простая вещь, сценарная заявка, казалось бы. Но именно из-за того, что мы не умеем их писать, именно из-за того, что мы сомневаемся, сможем ли мы ее написать, многие из нас не становятся сценаристами, потому что они не доводят свой интеллектуальный продукт до состояния «вот, это сценарий, посмотри его, пожалуйста, передай своим друзьям, которые у тебя в киноиндустрии». Потому что рассказанная на словах история не воспринимается как сценарная заявка. Также здесь отдельно есть глава про трехактную структуру. Если кто-то совсем начинающий хочет использовать эту книгу как первую книгу в киноискусстве. И 12 карточек сценариста, на мой взгляд, супер важная вещь. Ее можно найти в интернете, это не мое изобретение. Но что я в это добавил, то есть каждую из карточек я проанализировал и еще раз пересказал в новой форме. То есть немножко глубже, чем то, что вы найдете в интернете. Немножко понятней, с большим количеством примеров. Также эта книга хороша тем, и я ее отдельно ставил перед собой задачу, чтобы сделать ее хорошей для вас, потому что здесь большое количество заданий. Я отдельно отводил после каждой главы задание на тренировку, чего мне очень сильно не хватало, когда я читал книги того же Маки, того же Митты. Все понятно, все классно, закрыл книжку, дочитал, через неделю уже не помнишь. И чувствуешь себя вроде как, типа, ну я разбираюсь, я же читал, я же на Фейсбуке написал пост, что я прочитал. А на деле навык не отработан. В этой книге я помогаю вам этот навык отработать, натренировать себя и уложить в свою голову, как устроено кино, чтобы когда в следующий раз вы прорабатывали свою историю, вам все давалось гораздо легче. Настоятельно рекомендую ей пользоваться. Здесь классные иллюстрации от восходящей звезды современного иллюстраторского искусства. Алины Дзогий. Самый простой способ, вы можете перейти по ссылке под этим видео на Озон, на Литрес, на Ридеро, либо на мой сайт приобрести эту книгу, а на тех других сайтах вы можете посмотреть образец, почитать несколько страниц и понять, насколько сильно она вам нужна. Спасибо, что досмотрели до конца это видео. Удачи вам в вашем нелегком деле.